решил, что давай что-то сделаю. Вот. И покажу зрителям с другой стороны. Как это получилось, вот вы оцените. Я бы хотел, чтобы самые небольшие аплодисменты мы бы подарили ему. Это сам Фрунзик Никитич. Говорить о тебе как о великом мастере импровизации, о большой любви к зрителю и ответственности перед ним.